день, навскидку, если так посмотреть, около 5000. Все везде крутятся, вертятся, как джоуки. Помогают. А вот здесь у нас находится здание Горгаза. И туда тоже у нас сделана баррикада. О, наши ребятка понесли. Сам попал. И все, что мне не страшно. Девчонки стоят вон с флагами России. Прям на себя одели. Мы непобедимы, когда мы едины. Мы непобедимы. Кричи. Все кричат, смотри, ты кричи. Не заглушит. Надеюсь, что все будет пучком. Москва. Да не против я. Послушай. Вот на СБУ. Везде русские флаги. Флаги СССР. Слышишь, а у меня фонарик, блин, еще светит, слышишь? Нам нужна одна победа. Луганск не сдается, написано. Попробовать включить подсветку. СБУ Луганск онлайн. Непокоренный Восток. Написано, США и есть оккупант. Европа, США, уходите домой. Сейчас, а ну разверни плечики. Нет, плечики разверни. Покажи всю красоту, флага. Развяжи. Вот. Надо, кстати, посмотреть, что там. Давай. Это что-то было так запутать. Это у нас главное здание СБУ. Вообще уже нету. Нет, здесь буква Я. И остаток какой-то еще одной буквы. Вверху у нас стоит иконка. Везде вверху идут российские флаги, флаги ВДВ. А то Ляшко сказал, что у нас тут 300 человек. Здравствуйте, с вами до конца. Никто не забыл, ничто не забыто. Я у себя дома, я молод, я свободен. Кровь наших дедов. Враг будет разбит, победа будет у нас. А здесь у нас строгий блокпост. Никого не пускают. Задом поворачиваемся. Партия «Русский блок». Все, можно завязывать. Ларек принесли, где-то нашли. Руки просят Украины, нет, надо.
Люди везде вокруг, со всех сторон. Их очень... Так, ребят, давайте, подождите, кричать. Подождите. Ну, отлично, ты видишь, что... Друг, пожалуйста, все мы знаем, все будем кричать. Конечно, хочется эмоции выплеснуть. Все мы знаем, что эмоции... Мы пошли нас... строить палатку. Аж перехлынывают. Точнее, пошел... собирать. Хотел бы, чтобы наш был... домик. Фак. А, вот но наша церковь. Все люди. Понимают, все как знают, мы прошли для мимо полевой кухни. Для того, чтобы как мы могли. Наше вот церковь наша. Что мы все вместе. Ребята. Никаких ни шаг влево, ни шаг вправо. Крест выложили. Ребята сходят на вас. Вами гордятся. И вы поднимаете дух. Вы поднимаете им. Эмоции эти называть просто. Вот. Люди просто смотрят на вас и радуются, что вы с ними рядом. Как хочется, чтобы все это быстренько закончилось. Таким же плотным, так и не успеем начаться. Плотным отрядом стоять. Чтобы крови не было. Чтобы было все хорошо. Держимся, находимся. Не даем повода даже сомневаться в наших целях. Все, пойдемте. Да сейчас зайду. А круг люди. Мы здесь не для веселья собрались. Надо вот это все дело успокаивать, потому мы не Евромайдан. Ну, уподобливайтесь Евромайдану. У нас совсем другие задачи. Поймите, во-первых, никаких алкогольных распитий. Все будут посты. Все гоняют. Фейс-контроль. Пьяных ни на шаг. Гоняют. Строго никого не надо. Взяли, подняли, унесли. Насчет веселья. Мы от веселья устанем через неделю. Мы никто из нас не знает, сколько это все будет продолжаться. Думайте, если это будет продолжаться месяц, вы сами понимаете, в кого мы превратимся. С этим микрофоном, с этими всеми лозунгами мы просто устанем. Давайте будем сдержанными. Будем порядочными людьми. Это полевая кухня. Организовали столики. Надо, кстати, сказать, слышите, ребят, по поводу еды, мы же там в ящиках привезли, чтобы сразу на сюда несли. Ну, конечно, на кухню, а куда же ее? Что мы ее сами, вот люди кушают, никто не голодный, кормят. Так вам люди, которые нас спросили. А где там наша кухня, наши доблестные девчонки, которые не спят уже какие сутки подряд? Ага, вот она, кухонька, нямку готовит нам. Водички много навезли. Кухонька работает. Пойдем, да? Нет, ты жалуешься. Здравствуйте, девчата. Продукты питания. А где у нас, подожди, медицина? У нас же ребята стоят, медики. Еще одна большая палатка. Да, ребят, я бы хотя бы чайку сладенького выпила. А то я скоро упаду. О, вот она, наши медики. Сказали, объявили. Срочная информация, так. Берите во внимание, задача наша такова. Едут сюда милиция,
приходит сюда милиция. Ага, есть приказ у милиции. Хотите бить, хотите не бить. Ребят, это наши единомышленники. Вы сами понимаете, что это здание. Окна на избу, ребята, щитами позакрывали. Вы сами догадываетесь. Если бы надо было, мы расстреляли бы всех. Это неправильно. А вот наша медицина. Большой такой блокпост. Генератор. Ой. Палатки везде, на каждом шагу. Сзади, спереди. Как же все-таки. Ух ты, со знаком. А, это флаг прилепили с ним. И там вот палатки. И большие, и маленькие. И какие хочешь. Ой, сказали, что нам освобождают больнички. Неизвестно, что будет и как. Надолго или нет. Надолго или нет. Что будет, неизвестно. Сказали, сюда едут. Направили милицию. Ребята в бой идти не хотят, но у них есть приказ. Говорят, ярош в Луганске. Я лично его не видела, но говорят, другие видели. Те ребята без эмоций, но черт побери, враги, там стреляют, там убивают. Не давайте, я сказал, спокойствие, спокойствие, все, что надо, сообщите, не беспокойтесь. Не надо вот этого подбегать, я хочу то, а хочу это, выиграю лотерею. Дайте привет и караул посмотрите. Все, ребята. Расстояние очень большое, людей очень много. Хорошо, я думаю, что сюда пришли. Было срочное объявление сейчас, позвонили сотрудники милиции, они не хотят ехать, попросили людей, кто есть возможность, заблокировать дорогу, не дать возможность выехать людям с воинской части. Они не хотят сюда ехать, но их заставляют. Просят людей срочно, кто имеет возможность, собраться, поехать заблокировать дорогу. Вы идете, пацаны. Ой. Ребят, я понимаю, все. Бог с нами. Надеюсь, что мы не пойдем духом и будем стоять до последнего. Вот написано. Флаг России. И написано навеки с Россией. Сказали, к нам сюда приехало 100 человек спецназа. Едут танки. С другой стороны СБУ, со стороны Нацбанка Украины и по заднему двору они идут. Сказали никуда не выходить за территорию нашей этой площади. Спускаемся вниз. Спускаемся вниз еще. Не надо тут руками махать. Не надо руками махать. Я надеюсь, слышно, что говорят. Кто-то махает руками. Не надо. Вон Украина, специально. Мы все ваши провокации знаем. Спускаемся вниз. Нет. Кто-то пытается пройти, ругают. Сказали уйти. Наш штаб. Я координатор по всем переговорам, в том числе и с народом. Поэтому плохо видно, надеюсь, хорошо слышно. Спускаемся вниз. Ребят, я вам еще раз повторяю. Спускаемся вниз. Вон там, пьем чай. Никто отсюда не уйдет. А если, да, если вы уйдете, никто людей не прогоняет. Ребят, спокойно, мы вам палатки поставили, ребят. Лавочки поставили. Все спокойно пьют чай. Все спокойно пьют чай. Мы полностью контролируем ситуацию.
на провокаторов не обращаем внимания. Поэтому спокойно дышим. Те, кто со мной высоко обнимается, ребята и очень много людей, мужчин, пошли с палками, битыми, не битыми, ну, короче, с палками обычными, порезанными просто. Пошли на баррикады, сказали, пускать не будут, там у нас живой ланцюг стоит. Цепь, в смысле, живая цепь, людей очень много. Друзья, о, какой-то крендель приехал крутой. Давайте посмотрим. Девочки, а кто приехал, не знаете? Где правый сектор? Наша земля всегда была цветущим краем, светлым. Мы сами себя всегда зарабатывали. Сейчас посмотрим, кто это у нас здесь сами такой приехал. У нас прекрасные дети. Да, девочка. Мы сейчас не проявляем беспокойство. Нам нечего беспокоиться, потому что мы себя тоже. А нам ничего не страшно. Ребят, дайте заснять, пожалуйста, а я тоже. Мы с красного луча. Мы уже не верим нашему правительству, не верим депутатам. А это просто потому что они приехали, вчера Демидко был. Ему стыдно было поднять уже свою голову. Он не смотрел в глаза нашим людям, потому что они лгали нам, что они придут к власти, что они нам тут будут помогать, будут слышать наш народ. Ну, ему было стыдно даже глянуть, потому что они врали постоянно. Они предатели, крысы, которые пьют. И мы их всех, которые они вышли слугами, как вы их родились, так мы их уничтожим. Мы их уберем, они не будут нашими депутатами. Мы будем выбирать тех, с которыми мы стоим на баррикадах, с которыми мы видим и знаем, что они за нас пойдут на смерть. И мы за них тоже. Вот этих ребят мы выберем депутаты, которые будут за нас стоять. А мы будем. Журналисты просто берут интервью. Девушки у нас действительно самые красивые. В столовой девчонки трудятся, как пчелки. Просто целая толпа собралась. Чужих журналистов сюда не пустят. Скажите, да нет, ты не пятый. Пятый сюда не пустят. Скажите мне, вот вы собираетесь здесь. У вас, я надеюсь, как и у меня, с каждым днем бой растет. Мне с вами, честно говоря, комфортно. Я вам говорю, что у меня завтра день рождения. Поэтому... Ребята на баррикадах укрепляются, их все больше и больше, они все к баррикадам прут. Все в полной боевой готовности. Нацбанк Украины. Точнее, ну, отделение Луганской области. Боже, помоги. Ваши слова, да Богу, в уши по поводу, что штурма не будет. Баррикада, люди все тупо собираются и стоят. Полная боевая готовность. Кто кричит?
Возят на баррикады, люди не нужны, слишком много людей. Ребят, можно я тоже протиснусь? Разрешите? Люди встали. Где-то вспышки, тоже приехали журналисты типа 5 канала, их не пускают на территорию. Сказали на эту нижнюю баррикаду. Едут БТРы и 100 человек спецназа. Люди встали в цепь. Стоят с палками, с битами. Стоят с держаками. Даже женщины идут. Стоят, держат держаки. Пока спокойно, там еще одну баррикаду выстроили. Из-за той баррикады еще целая толпа людей. Все, выход закрыт на баррикаду, на вторую не пускают. Слишком много людей собралось, закрыли выход. Люди только заходят, но не выходят. Вот идет Антоха. Это мой. Все, выход закрыт, никого не выпускают. И здесь флаг России. Боковые окна, центральный вход СБУ, везде флаги, все с флагами России. Флаги России, георгиевские ленты в виде флагов. Командиры разговаривают, общаются, продолжают. Видно, братья, наверное, по кругу. Поэтому продолжаем спокойно. Опять же, спокойно. Люди прибывают, прибывают. Вот, пожалуйста. Свет во всех соседних домах горит. Никто вообще не... Никто не эвакуирован. Говорит. Все здесь и все рядом. Поэтому... Поэтому... Отдадим опять слово, отдадим. Пошел общаться наш будущий губернатор, как вы сказали. Вот, все. Пройдет тяжелое время, будем ходить на выборы, выбирать губернатора себе. Поэтому продолжаем в таком же духе. Молодцы все, конечно. Все стягнутся, люди к СБУ, к входу. Ну, я лично успокоился, мне уже, честно говоря. Все сидят и ни шагу назад. Со всех сторон. Ой, какое время нынче. Ты чего уже довели народ, что мы должны за какие-то уж нервничать? Чему вообще должны нервничать? Ничего. Спокойно, спокойный духом всегда побеждают. Те, кто там орали, пускай там себе думают, спасибо. Что спасибо. Они... Написано на здании СБУ, спасибо. Но большая просьба к вам, пожалуйста, люди, будьте бдительны, не приходите, придите попозже, потом уже... Спускаемся вниз, дружище, еще вот один дезинформатор у нас, спускаемся вниз, ребята, слушай, все меня, слушай меня, и мы победим, ребята, не надо, чтобы вас разводили всякие вот здесь вот, ребята, которым там, может быть, проплатили, там, заплатили или недоплатили. Друзья мои, я с вами, я вот здесь. Я специально обученный человек, который знает все их хитрости. Я специально
если вы видели, я днем специально отдыхаю. Они мне специально пытаются меня вывести из себя. Целый день они мне названивают со всех телефонов, чтобы я не отдыхал. Но так как я знаю, как они действуют, с днем на эти все звонки отвечает мой товарищ. Чтобы вы тоже знали, ребята, которые мне звоните постоянно, а я отдыхаю. А вечером выхожу и специально общаюсь с ребятами, с моими друзьями, с луганчанами, с яродачанами, лисичанами, брянгарчанами, стахановчанами, которые поприезжали, поставили палатки и нас тут поддерживают. Пойду схожу для того, на вторую баррикаду. Не вносили сумятицу. Не вносили сумятицу, что, Антоха? Не вносили сумятицу. Заявление. Поэтому мы спокойно. Здесь тоже люди сюда. Тоже подбегают. Для всех на этой площади. Для всех, кто на этой площади. Это совершенно бесплатно. Подходите, кушайте, не стесняйтесь. Грейте субочек. Ничего ломать не надо. Никуда не надо приезжать. Нас никакого ничего не надо. У нас ребята даже музыка играет, ребята на гитаре. Спокойно мы песенки поют. Стоим здесь. Мир лежит. Боже, дожились, мирное время. Это же надо было такое сделать, а? Стыд и позор. А еще говорят, Киев, столица городов русских. Точнее, столица нашей Руси. Вы заметили, что потеплело на улице, да? Это весна, и эта весна будет наша. Эта весна будет написана в исторические книги. И ваши, здесь тоже ваши, ребята укрепились. Ваши дни. Все больше и больше. Ребята, вопрос. Территория закрыта. А, территория закрыта? Почти сняли. Территория закрыта. Поэтому спокойно, спокойно, спокойно пьем кофеечек, пьем чаечек, дышим ровно, едим бутерброды, наслаждаемся жизнью. Там лавочки, можно посидеть на лавочках в парке, можно посидеть в парке. Очень много лавочек, очень много людей. Там есть открытые палатки. Подходите спокойно, если есть место, и вас туда пускают, можете там прилечь отдохнуть. Там есть теплые. Предатели, кто у нас тут? Ага. Целый список высветили. И Сеня Яценюк. Тоже здесь. Самый главный. Вместе с Кличко. И тягни боком. На баррикадах все спокойно. Видите, никто туда не бежит. Никто никого не штурмует. Я вам об этом уже скажу, наверное, лицо. И внутри вас пытается каким-то образом провоцировать. Ладно, ребят, я схожу в медпункт. Посмотрю. Тут один доктор должен был прийти, знакомый. Врач. Потому что с вами ничего не могут сделать. Если кто-то из вас я сам по себе установила специальную программу, ребята дали информацию, мы транслируем, короче, по Украине, пусть смотрят, пока раненых нет, люди просто отдыхают, кто не выспал.
Юнистрим есть специальный такой сайт, транслирует. Здравствуйте, Зинаида Ивановна. Вы у нас тут самое главное. Или на подхвате. Девушка, не волнуйтесь. Я не у никого. Надо спрашивать перед тем, как заходите. В смысле? Прямо у нас свобода слова, девушка. Уйдите отсюда, пожалуйста. А что вы хамите? Потому что выйдите отсюда. Смотрите, пожалуйста. Провокатор среди своих. Что такое? Я вообще-то доношу истинную правду. И даже слова своего не вставляю. А что это я тебе не сломала его. Что? А на каком основании ты мне его можешь сломать? А? Спрашивать надо. Зинаида Ивановна, вправьте девушке мозги. Она потерялась. Или не доспала? Вообще, это же надо нахалка, блин. Даже среди своих есть психи. Ох. Зашла в медпункт. Сказали, Путин, если сказал, что придет, значит, слово сдержит. Все хлопают. Кричат. Друзья, сейчас аварийно, только аварийно. Друзья, спускаемся вниз, пожалуйста. Спускаемся вниз. Нет, спускаемся вниз.